Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин Джованни Баттиста Тьеполо «Аполлон, преследующий Дафну». Холст масла. Небольшая картина 68 на 87. История любви Аполлона и Дафны рассказана Овидием. Дафна дала слово сохранить целомудрие и остаться безбрачной, подобно богине Артемиде. Аполлон же, домогавшийся любви прекрасной нимфы, вызвал у нее ужас, словно она увидела в нем сквозь ослепляющую красоту свирепость волка. Но в душе бога, разгоряченная отказом, все более и более разгоралось чувство. «Что же ты бежишь от меня, нимфа?» — кричал он, пытаясь ее догнать. «Не разбойник я, не дикий пастух. Я Аполлон, сын Зевса. Остановись!» Дафна продолжала бежать, что было сил. Все ближе погоня, девушка уже ощущает за спиной жаркое дыхание Аполлона. Не уйти. И она взмолилась отцу Пенея о помощи. «Отец, помоги дочери, спрячь меня или измени мой облик, чтобы меня не коснулся этот зверь». Как только прозвучали эти слова, Дафна почувствовала, что ноги ее деревенеют и уходят в землю по лодыжке. Тщетно обнимал Аполлон прекрасный лавр, от горя сделал он отныне его своим излюбленным и священным растением и украсил голову венком, сплетенным из лавровых ветвей. Кисти Дафны постепенно становятся ветвями, скоро исчезнут прекрасные руки, но пока она еще сохраняет свой естественный образ. Рядом с ней, приобнимая большой сосуд с льющейся водой, расположился отец. Вот такое описание нашел картины Тьеполо «Аполлон, преследующий Дафну». Все, всем пока, всем привет, до свидания.